Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной телефонный разговор солдата оккупационной армии с семьей. В ходе разговора оккупант жалуется жене на усталость от войны и отмечает, что отчаявшиеся солдаты даже готовы бросить гранату в окоп командиру полка, который не думает о своих подчиненных. В свою очередь, жена оккупанта обещает вскрыть себе вены с целью, чтобы мужа отпустили домой. Мне все равно отсюда не выведут, даже если ты такое сделаешь. Все равно не выведут, им похуй. Поверь мне, выведут. Не выведут, поверь мне, не выведут. У нас руководство дурное. Я звонила своему этому начальству. Я сказала, ему может быть 300 или 200 тысяч. Либо у него еще кто-то умирает. Наигрался я уже войнушку. Наигрался. Ты не подвыпивший? Подвыпивший. Ты сейчас в снаряде стоишь? Да. И со мной разговариваешь? Да. А командирский на этот день будет? Да ничего не скажешь, мы сейчас как-то занимаемся. Не вздумай ничего себе делать. Сделаю. Не вздумай. Сделаю. Ничего, сейчас перезади, перезади на том. Я тоже сделаю. Зачем ты будешь это делать? Зачем ты это будешь делать? Тут уже все порой доходят, но чай не такого, то уже подучилось, блядь, скоро. И кинут этому командиру полка нашему гранату в окоп. А он не спешит отсюда выходить, потому что знает, что такое Ленинград не спешит. Потому что руководство флота, Балтийского флота, его начальник пошел в корпус этого, начальник корпуса, он за ним завел этого заваска, наш командир полка, главное, не делал. Хорошо, вы решили, что вы слугаться кое-что?